I must bury the body. Закопать тело? Вот так вот просто? Она просто подбежала и ебала ей головой лопату, понял, да? И просто так ни с того ни с сего, да, она тащит знакомую тёлку, одноклассницу куда-то обратно в сад. Девчонки, я ни при чём. У меня ебал кирпичом, я просто иду, как бы, и всё замечательно. Вот так вот, да, то есть в самом симуляторе, который основная, я так понимаю, игра, я не знаю, связано как-то нет, там все так же происходит нелепо, быстро и глупо, или в чем проблема? Окей, закапываем. Прощай. А, теперь ее нужно закопать, хорошо, закапывай. Ты что так далеко не отображаешься? Подожди, не бегай! Стой! Стой, спортсмен! Подожди, сука, срежу. Я срежу, я тебя поймаю, я догоню. Я умная бабеха, я убил человека лопатой, теперь я тебя просто срезу и тебя убью, если ты не будешь тормозить. Давай сходим куда-нибудь вместе. В кафе, например, или вроде того. После школы? Конечно, я голоден. И все? После школы. Окей. Блин, горячо. Не волнуйся, я просто побегу домой переодеваться. Так я не понял, а свиданка сорвалась, что ли, из-за какого-то сраного кофе он, блядь, съебался дом... Алло, дружище! Так, я понял, надо брать лопату, короче, ему тоже втаскивать, потому что так не делал. Что ты, блядь, кофе на него пролили? Ну обосраться теперь! Ну-ка, бледина сюда подошла. И все? Это был просто кошмар. Действительно, это всего лишь кошмар, что такого-то. После урока она сказала мне, что я милый, нам нужно познакомиться поближе. Так что она пригласила меня в чайный клуб после занятий. Ах ты ж сука, Ангелина Ивановна, что за херня? Почему Ивановна? Это учитель какой-то, я считаю. Почему Ивановна, я не понял. А, Иванов! Ангелину Ивановну, я, блядь, думал, Ивановну. Ангелина Ивановна, здравствуйте. На, сука. Закопать тело. А, извините. Ангелина Ивановна устала. Ангелина Ивановна очень долго ехала из Восточной Европы. Ангелина Ивановна легла спать. Я помогаю Ангелине Ивановне найти постель. Я добрая, местная, японская, китайская, корейская, какая угодно девочка. Я просто пытаюсь помочь нашим гостям из Восточной, Ближней, Дальней, любой там, блядь, ее Европы. Все хорошо. Брось ее пока тут. Можешь ее бросить? На, нахуй. Кусок говна бросила. Ангелина Ивановна, пора... Что ты? Что ты? Вам удобно, Ангелина Ивановна? По-моему, вам пора немножечко, где мне потеплее, похолоднее, мокриться и вся хуйня. Ангелина Ивановна, до свидания. Очень приятно было узнать человека из Восточной Европы. Вы такая интересная, Ангелина Ивановна. Ой, Ивановна, Ивановна. Внимание, минуточку, прошу вас всех отсюда нахуй выйти, я разговариваю. У меня есть вопрос, дела. Где ваш учитель, кстати? Я ваш новый учитель, поэтому слушайте мою лекцию. Хорошо, когда есть с кем выпить чай. Ну, я на сегодня все, пока. В смысле все, пока? У нас там ты-ты-тыры, там после школы домой, типа ко мне, к тебе, к кому угодно. Ты чё? Макио, блядь, макио, макио. А Кари Футурама, блядь, это мы. Хорошо. Это убийство! Эй! Ебать его, так стоять! Ну-ка стоять, Акари Футурама! Ну-ка Футурама стоять! Ты какая быстрая! Алло, Футурама! Слышь, ты ну серьезно, подожди! Я тебе поддавалась только так, ты пришла и завалила, и ничего особо не напрягалась. А я тут, блядь, за тобой бегать дал, я вообще-то на каблуках! У меня юбка короткая, сейчас ветер подует, что-нибудь простужу себе, стой! Бля, Футурама, хорош! Вечно сбегать ты не сможешь! Восточноевропейский самурай Ангелина Ивановна. Надо что-то делать с этими кошмарами. Может перестать убивать людей, как минимум. Уроки скоро начнутся. Надеюсь, я увижу сегодня моего синпая. Синпаечка моя. Синпаля-сясюшечка, блядь. Так, теперь нужно дождаться, пока эти мудозвоны пойдут поссать, посрать друг друга, за жопу потискать. Я не знаю, куда они там ходят. Сейчас, Слышь, мудила. Не могу ты съебаться в туалет?
Слышь ты, писи, я тебе сейчас уйду с поля. Идите нахер, мудаки. Go away, sissy. Так, все, один уходит, отлично. Так, ты кто у нас? Кейта Хуейта. Как тебя зовут? Ты Хияма. Так, Хияма. В жопе яма. Сейчас я тебе вставлю кое-куда, кое-чего. Хияма. Хияма, сука! Как это весело было. Каждому хияме своя яма. Жри землю, сука. Он прям грызет ее. Так, где второй? Второй, сука, где? Здравствуйте. Я пришла вставить вам биту в ебальник. Are you going to play baseball? Oh my god. Отлично. I must bury the body. Отлично. Так, стой, чувак. Стой, стой, стой. Свидетели нам не нужны. Стой, чувак. Ударь его. Ударь его тоже. Ударь его, блядь, тоже! Стой, сука! На, тварь. Теперь моя любовь не обосрется и не узнает ничего. Была бейсбольная команда, нет. Я скажу, они уехали на соревнования. Каричан, как ты могла забыть свой зонтик, когда по прогнозу придавали дождь? Просто прижмись ближе ко мне, сенпай, чтобы я не промокла. Надо было добавить снаружи. Наконец, да. У нас есть черно-белые чулки. Это уже какой-то матрос, а это вообще, по-моему, нельзя так носить. Это слишком детско, ну что это? О, голышон, нет, тоже нет, тоже, фу, да фу-фу-фу. Вот уже куда ни шло, мадама, блядь. Окей, давайте станем... Давайте пусть она будет моряком, почему бы нет? Окей. Подожди, значит сосаться мне вообще ни с кем нельзя? We watch the guys, not baseball. Может быть, с пацанами? They're in good shape. It's murder. Окей, окей, я понял. Sensei, something bad happened. You need to see this. Я сейчас нихуя себе вообще. Так, подожди-ка. А вы чё вообще никого не трогал? Менты должны меня ловить, а не вы. Вы чё, шалопетки? Может, они под прикрытием копы, короче? Если они копы под прикрытием... Да уйди, толкайся ты! Подожди, они копы под прикрытием. Ну, логично, у них черные ментовские юбки. И волосы они покрасили, типа, чтобы никто не запалил. И туфли у них слишком строгие, ментовские. Я вас, блядь, понял, нет? Я понял, кто вы такие. Чё затихли-то? А? Чё затих? У кого там рация шипит? Рация у кого шипит, я спрашиваю, кто, блядь, мент здесь? Ишь ты, сука, ты посмотри на них. Ладно, от них, кстати, кровище. Вот это будет палевно, конечно. Внезапно, наверное, немножечко. Я садовник, я несу удобрения. Просто сейчас удобрения в таких пачках продают. Я же не видел, что они на человека похожи. Внутри там антиколорадская таблетка. Смотри, какие все примерные ученики. Ведь ни один, сука, в окно не отвлекается. Окей. Ой, бляха. Что это, сопли изо рта текут, мать твою. Ой, а чё она такая радостная? Она эту пырнула, а чё ты ржёшь её? Она такая довольная. О, я в телеке, я твою, меня снимают. Am I sleeping? Приходи ко мне после уроков на особенный осмотр. Ты не пожалеешь. Что эта сучка себе позволяет? Ты посмотри, какая! Устранить Викторию и Шихару. Так, я не понял, слышь, ты чё, ты вообще... А... Так, ну-ка стоять, нахуй, сейчас разборки будут женские. Ушла из кабинета быстро! Уходите. Так, опять там сидит. Он все время сидит в одном классе, задрот. А, нет. А, да. И училки нет. А где училка, блядь? Где ваша училка, я не понял, ну-ка.
Акари, it's you. О, Акари, это ты. Извини, я не могу сейчас пойти гулять. Мне нужно переписать контрольную. И зайди к медсестре потом. Я не знаю, что ей нужно. А ее нет. Она ушла домой. Недавно девушки так и пытались навязать мне внимание лишь за тем, чтобы потом исчезнуть. Мне одиноко. Единственный человек, кто всегда был рядом, это ты. Ты заметил. Это потому, что я люблю тебя. Ну же, поцелуй меня, синпай. Кстати, какие планы у тебя на вечер? Моя квартира пустует, и я не хочу больше оставаться в одиночестве. Звучит еще как интересно. Идем! Нахуй контрольную, нахуй медсестру! Эх! Парнушка. Парнушка. Покупайте резинки. Короче говоря, я уже все сказал. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Твиттер, на Инстаграм. Комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующих ручках, ребятушки. Всем пока.